Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в самую высокоинтеллектуальную передачу, рубрику на этой планете. Здесь, в этой комнате, у нас сегодня собрались самые адекватные подписчики, самые адекватные школьники, майнкрафтеры, ютуберы на всей планете. Никаких шуток, только высокоинтеллектуальный юмор. Было бы так до того момента, как я включил микрофон. А сейчас я выключу микрофон. В принципе, вы сами видите, с кем я записываю, да? Поэтому о каких высокоинтеллектуальных людях можно говорить. Никич, хватит. Выключите ради здравого смысла и порядка на серии. Гуси-лебеди. Все, выключи, пожалуйста, мы начинаем. Задра. Ты тоже задрал, Костя, всех. Мое дерево. Давайте с этого начнем, то что я здесь, ну, меньше всех наркоман. Все согласны? Ой. Нет. Ну, ладно. Тандершторм? Так, Тандершторм. Ах, ты меня... Ой. Ой. О чем я самый... такой, типа, у меня, короче... А, ты читеришь, да? Кто с тебе такое сказал? А, иди сюда! Никто не читерит. Извините, пожалуйста, я забыл сказать. Не кричи, пожалуйста. Ладно, не буду, хорошо. Меня ударил. Пожалуйста, не деритесь. Ну, я же в начале серии всем пообещал то, что у нас самые адекватные подписчики. Но, да, все мы пока знаем то, что это на самом деле не так. Это я. Да. Давайте мы хотя бы в одном раунде, пожалуйста, в одном раунде попробуем быть адекватными. Вот давайте мы будем с вами общаться, как будто мы какие-то ученые с высшей степенью... Здравствуйте, господин Никит. Я хочу вам представить... Ой, господи. Ой, пацаны, у нас там проблемы. Изобретение «Гасты в небе». «Гасты в небе». Ой, все подорвалось. Мое изобретение вышло из-под контроля. Ваше изобретение, господин Никита, очень даже хорошее. Что так? Да, Мия Леонидовна. Я жить хочу. Жить? Не взрывайте, это очень плохо, мне не нравится. Ну, нам здесь... Оно работает не так, как я хотел. Нам здесь соленая электричка и... Я сейчас тебе дам соленую электричку. Подождите, так все выжили? Там столько гастов было, с ума сойти просто. Ой, вот это хорошая карта, вот это хорошая, но только чур, дом мой, извините меня, пожалуйста, я его приватизировал уже давным-давно, поэтому не бежать сюда даже. Ой, вот так, ага. Get inside, умоляю. Не меня. Ой, я случайно. Не меня, не трогайте. Ой. Вот это сейчас... Какое мое изобретение? Вот это сейчас будет очень опасно. Молится, чтобы у хлеба залагало. Эдуард, вам нравится мое изобретение? Конечно, нравится. Очень даже... Капец! Текает! Я прям видел, как передо мной Мимия улетела, да? Мимия. Мимия. К сожалению, что я хочу сказать, пока у нас грузится уровень, я хочу вам сказать, то, что это, наверное, одна... У меня нет настроения, всё. Это, наверное, одна из последних серий лучшего Майнкрафта, но просто никто лайки не ставит, никто не смотрит предыдущие серии, кстати, сейчас подсказка надо мной на предыдущую серию, никто этого не делает, поэтому, ну, ладно тогда. А подождите, а что, никто даже не умер, так это неинтересно, это очень неинтересно. Ну ладно. А то в следующем раунде будет интересно. Чисто разговоры. Мы такие дружелюбные. Нет, Эдисон, ты же Эдисон, за что? За что ты так расслабляешь? Я бы это изжаляла, пацаны. Я же знаю. Я петляю на горло. Я же знаю то, что все любят криперов. Каждый любит криперов. Я обожаю. Чисто объективно. Никич, ты упал? Нет? Спроси. Нет, аккуратней. Если что, я извинюсь. А подожди, все там нормально, все у всех все нормально, да? Никто, вроде бы, да. Никто не умирает? Просто не трогай меня, не трогай. Ой. Подходи. А все выжили? Реально все выжили? Ну хорошо тогда. А можно некий чубан? Сейчас еще раз, да? Тебе бан. Мое дерево. Хорошо. Да, дерево. Да зачем?
Что-то... Спрячься, прячься, прячься лучше, лучше прячься. Сталкивайте это. Да вы сталкиваете? Наркоман Петрович. О, мы что, выжили, прикол. А все выжили? Сколько ты чертова? Сколько выжили? Подожди, все выжили? Ты видел, у нас в конце дом подрывался? Или сколько мы там? Капец, я упал, класс. Мия, привет. Где этот челлендж? А чё, какой челлендж? Не трогаем всё. Мия. Какой челлендж? Какой челлендж? Какой челлендж? Какой челлендж? Да автодж... Какой челлендж? Крипер есть самое. Гоуфайер. Да почему? А, ну класс. Спасибо. А я выжил. Я выжил. Я последний момент. А Кэмми только у меня, да? Неожиданно. Ладно, давайте. Ну, неожиданно, но нам повезло с ней. А я чувствовала, я уже заранее побежала. Ой. Ты тоже это видишь? У нас какие-то проблемы. Опа, я вагонетки у нас здесь валяют. Чур, вагонетка моя. Что? Я надеюсь, что сейчас не будет никакого лавафлуда. Пожалуйста, я очень сильно это надеюсь. Вот, мне здесь нар... Ой. Я не успел. А я выжила. Стасик. Подождите, а у меня вообще... А чё, был кэт-инсайт? Да, был кэт-инсайт, Стасик. У меня вообще не написалось, я иду такая, у меня ничего не написалось. Зомби, бегите. Блин, ну вы серьезно. Так, я на свой гриб. А то... А, это зомби. Нет, оттаскивай. Хлеб! Ты скинешь хлеб, и ему реально капец. Ну все. Что я вам сделал? Да нет, вот Никич выжил. Никич же... Пу, Никич. А кто умер? Хлеб? Кто? Я умер. Хлеб умер. Хлеб, я не хотел. Подожди, а хлеб умеет разговаривать? Я твой голос первый раз слышу. Я запутался, кто есть кто что. Кто вообще как разговаривает. Кто чей, кого, когда голос, понимаете? Насколько все сложно. Мы снова ученые. Мы снова ученые, господин. Хотел сказать, Никита. Здрасте. Это, короче, твое изобретение. Это мое изобретение. Тинтишня, вот это. Стасик, ты можешь там стоять. Почему я разговариваю, как честно? Эдуарда Перетьяна. Надо был минус хлеб. Я видел, как он отлетел просто на 3 метра. Его труп такой, ой. Где Эдуардо Перетьяно? Ой, это что сейчас было? Я не Эдуардо Перетьяно, поэтому я не знаю. Я не имею ни малейшего понятия. А я видела его недавно. Где ты его видела? О, опять мой изобретение. Да, он в гости заезжал. Эдуард Перетьяно? Да он пропал уже, не знаю. Когда он пропал, кстати, реально? Месяца 8 назад. Я его в Старбаксе где-то видел. Минус 2 или минус 3 сразу было. Какие ваши ставки? Какой будет следующий челлендж? Вот давайте по очереди. Я вот думаю, то, что будет лава-флуд. Обычный флуд. Тандершторм. Блок-шторм. Запомните сами, сейчас все увидим. Мне интересно. Я поставлю на лава-флуд. Кто угадал, тот, короче... Тот выиграл, логично. Тот выиграл миллион, завтра на улице найдет. Вот, возле мусорки. Кто угадал? Я надеюсь, что я. Я сказал лава-флуд. А может быть гасты, кстати, или... Кстати, а может Тинти Рейн вот сейчас? Да, потому что это наше изобретение. Ой. Ну, мы вообще, в принципе, ничего не угадали. Ты угадала? Так, да, я же написала в чате, что будет дед. Ах, ты же... Стасик, я тебе аплодирую, ты такой молодец. Хлопаем Стасик угадала. Ой, погодите. Что происходит? Мы играем до 30, как обычно. Сколько у кого очков? Вот скажите, пожалуйста. Ну, у Эдисона точно 19, потому что он ни разу не умер. А мне не 19. Почему? У меня 18 вообще-то. У меня тоже 18. 18. У меня тоже 18.
У меня 18. Всех 18. Нет, у меня 17. Вот. А, тогда отлично. Ну подожди, но Эдисон же не умирал, он врет. Так подожди. У меня 14. Мунстер тоже ни разу не умирала. Нет, а она не умирала. Черт, я улетел, пацаны. Стасик, ты зачем упал? Столкнули. Подождите, а почему мне сейчас не дали? Вон, Мия падает. Вот опять мне тоже не дали. Успокойтесь. Потому что еще новая игра и начинается. Костю забанили. Костя, до свидания. А, его забанили? Да. Его батя забанил. Батя. Мне кажется, здесь нормально. Здесь ничего не будет. Так Костю забанили или он просто... Да, нет, Костю забанили. Костю кто-то забанил. Меня забанили. Я не знаю, кто Костю забанил, но кто-то забанил Костю. Вот. А можно меня забанить? Есть подозрение, что это ученый Эдуард. А можно меня забанить? Ну это чисто те... Ой-ой-ой. У меня пол дома взорвалось там. Ой-ой-ой, привет. Ой, твое изобретение. Ой. А все выжили, да, хорошо? Мия, ты что делаешь, дуримон? Сколько? Да нет, у меня там никакой бороды, с ума сошел. Где? Да где? Где какая? Да нет у меня. Да нет у меня бороды. Как? Галя. Опусти голову максимально. Что вы ко мне нет у меня бороды? Смотрите, когда я создавал этот скин. Да не. Да хватит, мне стало. Нет у меня бороды. Успокойтесь. Мы выиграли. Нас по 30. Это борода. А проблема в том, что у меня 32, так что идите в баню. Я уже давным-давно выиграл. Вот, так что... Это была последняя серия вообще в этой жизни. Я с этим больше записывать не буду. Всем давай, спасибо. Всем, с чем там, какой ближайший праздник? С днем всех влюбленных, он уже прошел. С днем рождения каждого. 23 февраля. Ладно, эти наркоманы мне каждую серию просто выносят все мозги. Ты сам все видишь. Поэтому я хочу уже закончить как можно скорее. Скажу тебе огромнейшее спасибо за просмотр. Не ставь лайкусики, потому что эти наркоманы реально доведут меня до белой горячки. Но зато подписывайся на канал, чтобы никогда не пропускать новые серии. Я тебе скажу огромнейшее спасибо. Всем удачи и всем пока.